Горняки компании ММК «Уголь» сошлись в схватке за звание самой спортивной команды. Корпоративная спартакиада проводится ежегодно, и у нее уже есть свои традиции. Парад открытия, торжественное поднятие флага спартакиады, зажжение огня и приветственное напутствие директора ММК «Уголь» Владимира Харченко. Что в этом сегодня особенно? Мы недавно, компания ММК «Уголь», вошел еще один актив. Это шахта Тихого, и коллектив шахты уже сегодня принимает участие в нашей спартакиаде. Это говорит о том, что компания наша не стоит на месте, продолжает развиваться и расширяться. Но я хочу вам пожелать хорошего сегодня настроения, спортивных успехов. И пусть победит сильнейший. Чтобы раскрыть спортивный потенциал каждого сотрудника, в программе 9 видов спорта. Мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, гиревый спорт, подтягивание на турнике, женское троеборье, семейная эстафета и перетягивание каната. И хотя участвуют не профессионалы, за победу здесь борются, как на настоящей олимпиаде, и готовятся так же серьезно. Ваши сильные виды спорта, в которых вы точно фавориты? Волейбол, баскетбол, уже не первый год легкоатлетическая эстафета. Семейная эстафета всегда первое либо второе. Мы готовимся в течение всего года, то есть волейбол, баскетбол, мальчишки все занимаются в течение года. Евгений Лагутенко, участковый маршрутер шахты Костромовская, ежегодно участвует в спартакиаде. Говорит, что занятия спортом и танцами помогают не только поддерживать физическую форму, но и в работе. Очень помогает. Наверное, если бы я не занималась спортом, я бы не смогла работать маркшейдером. Громко заявили о себе на этой спартакиаде новички. Коллектив шахты имени Тихого. Они были вторыми в эстафете, перетягивании каната и гиревом спорте. Илья Пехтерев работает на Тихого проходчиком. Свободное время. 3 раза в неделю тренировки делаю по возможности. У вас спортивные разряды? Есть! КМС. Хорошие соперники, все на уровне. Яркой и забавной получилась семейная эстафета. Подбадривающие советы болельщиков помогли всем дойти до финиша. Мы спортивные люди, любим спорт, впечатления, хорошая организация, все замечательно. Ну а финишную точку в спартакиаде ММК «Уголь» поставил самый массовый, зрелищный и самый любимый вид спорта горняков – перетягивание каната. Судьи ушли подводить итоги, болельщики участвовали в специальном розыгрыше призов. А счастливая обладательница главного приза лотереи Евгения Савельева из сборной команды ММК «Уголь» уехала домой на новом велосипеде. Ну а главный кубок победителя спартакиады ММК «Уголь» увезла в Ленинск-Кузнецке команда шахты «Костромовская». Мы победили в этом году первый раз с этим коллективом. Мы уверенно шли к победе. И в последующие годы, я уверен, мы будем только побеждать не только на спортивных мероприятиях, но и в производственной деятельности. Кубками и медалями также были отмечены команды и участники в отдельных видах спорта. Летняя спартакиада ММК «Уголь» завершилась, но она открыла в компании череду праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера. Галина Ильина, Павел Желтиков, Риа Ленинск.